Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок на этом аккаунте, на котором вы видели роллинг. Я вытащил, точнее, забрал здесь карту топовую донатную. Посмотрим, что же оттуда выпадет. И также он попросил посмотреть ему по героя, что и как. По талантикам, кстати. Фига себе, можно было здесь забирать, что-то я не посмотрел. Обалденные плюхи божества. Ну, а вдруг божество выпадет, хрен его знает. Так, мы еще не все забрали. Я почекаю, что тут по акциям интересного есть. Нифига нету. Так, окей. В итоге мы потратили 140к. Это дофига, и вытащили, в принципе, не особо таки много героев, ну, достали недостающих, а мастера мы так и не словили. Как ни печально, но мастера мы не вытащили. Это, блядь, это просто русский сервер. Самоцветы сливаются в никуда. Такс. Окей, с этим мы разобрались. Поехали посмотрим, что у него делается по героям. Я ему забрал розу. Розочка у него уже есть. Отлично. Теперь можно смело качать аккаунт. Такс. Командорку однозначно в топ. Леди Лео. Не знаю, это первое, не первое, не буду ее качать. Фобушку тоже мы вытащили нормально, фобушек. Сейчас с вами посмотрим, что у него делается по чарам. Поэтому и откроем карты, которые тоже повытаскивали. Так, Валька. Шаня. Космо. Первого левела. Я думаю, он единственный или нет. Наверное, нет. И здесь есть уже космо. Такс. Смотрим, что у него по талантам делается. Дерево. Ну, у него уже тоже проблем с талантами не должно быть. Все-таки 400 коробок. Как-никак. Это толковое, это должно выпасть. Так, утикаха. Хороший когда-то был талантик. Блин, к сожалению, у нас тут махатмы нету. Закинем сюда. Сырушка нафиг не нужна. А, милость борца. Для архидемона пока временно поставим на стрелка. Из ворот. Вот тыковка у него есть. Да, конечно, интересно, что тут у него по героям вообще делается. Был четвертый из ворот, стал пятым. Ну, это из ворот, это реально фигня. Так, замедление. Нафиг не надо. Самоуничтожение нафиг не надо. Ушка. Что-то вообще печально падает, честно скажу. Не знаю, кто ролил у себя таланты. Напишите, как вам после обновы таланты падают. Я смотрю, что-то вообще печаль полная. Так, живо, отлично. Живо у нас идет на три антика. Стойкость. Сразу же летит на фрейку. Просвет. Просвет, в принципе, можно зафигачить Розе. Еще одна ожива. Ожог, отлично.
ищем его Ронина. Конечно, тут как-то так героев разброс. Вот очень плохо всегда, ну, непривычно на чужом аккаунте. Ты не знаешь порядок героев, где кто есть. Привык уже к своим аккаунтам. Плюс-минус знаешь, что где у кого. Так, Берс. Берс на сегодня не особо актуален. Как по мне, он даже бесполезен. Со. Отлично. На побушку. Орка. Еще один ожог. Оу, Майк. Ремочка пошла. Жалко, нету скина. Ну, в принципе. К синих кристаллов. Че, у него нету синих кристаллов? Да ладно, не поверю. Конечно же, есть. Мы с сундуков вытащили. Такс. Отлично. Так вот, ребятушки, делается все. Конечно, к сожалению, нету оккультиста. Так, скин. Я однозначно забираю на космо. Почему? Для того, чтобы у космо был. Была возможность. Так, приговор нафиг не нужен. Я нафиг не нужен. Это можно дупом там ставить, разбросы там все такое. Но нафиг не надо. Так, еще одна жива. Седнушку. Блин, конечно, жестко. Ярость небес. Бастион. Бастион, бастион, бастион. Так, смотрим Анубиса. Понятно, все отлично. Огненько. Баст вкачанный, выражай солненькое, отлично. Пранк. Так, еще одно утекание. Жалко, нету здесь тоже скина. Землеройка, сварен. Железка. Ну, хоть что-то для архидемона будет. Более-менее. Блин, что-то живы. Вообще огненки не падают. Вот сразу, пожалуйста, вуаля, огненка. Здесь скина нету, печально. Надо скины на героев. Потому что очень много потратится. Кстати, можно на розу сразу же цеплять. Скин у него есть. Так, роза. Так, отлично, роза у нас готова. Поехали. Еще 15 коробочек откроем и пойдем посмотрим, что у него по чарам. А потом я уже скину алтарь. Время будешь выставлять, потому что это целый час просижу. Десятая воодушка. Не, это жестко. Блин, на Бигфутика тоже надо огненку. Такс. Пактик. Ну, с бастом мне больше нравится. Пакт — это такое дело, конечно, классное, но сливное очень.
особо раскидываться пактом о героях, честно скажу, не стоит. Можно на сердцеедку закинуть, подашку поставить. Так, душек есть. Бог войны. Гнев. Просвет можно в арке поставить. Так, утекание. Кинем пока мешание, корка. Блин, окненка просто тупо не падает. Вот, отлично. Так, ищем Рину с этим. Тут, в принципе, сойдет. Сюда огненку. И надо еще одну огненку на Рину вытащить. Так, оживо. Ну, понятно, будет лучше, чем бег. А живо тоже много не надо. Ремочка уходит у нас сразу же автоматом на Атланта. Железка. Кстати. Ой, блин, умешанишь, по-моему. А, все правильно. О, нету иммунитета, что-то я втыканул. Ну, Драйк, конечно, жесткий. Десятая воодушка, это эпик. Так, ППшка, ну, можно, в принципе, как вариант поставить командорки. Плюс ПДшка, вариант попробовать пофармить. Отлично, еще одна ремочка. Подземки потом поменять. Ремку можно, в принципе, на дерево, как вариант, чтобы... Но я, наверное, лучше поставлю не на дерево. Поставим на седнушку. Будет получше вариант. Так, перс. Милость. О, нафиг не надо. Ожог тоже нафиг не надо. Вальс. Это такая тема, которая, честно, не особо работает всегда. Ну, смотря какой аккаунт, на таком аккаунте, возможно, будет и работать. Закинем сюда для максималки. Так, ремка одна уходит однозначно на Вальку. Бастик, фантастик. Так, ну, в общем, вот так вот. Более-менее пораставлял по талантам, потом напишешь мне, посмотришь видос, напишешь мне. Я скину скрины дополнительно по своим героям, что кому ставить, если что. Спрашивай, поехали посмотрим еще чары. Ой, отлично. Ну, сюда вот можно землеройки поставить, но его надо прокачать изначально. Потом поставим пока по башечке, еще одна сразу же ремочка. И можно, конечно, присобачить на дерево. Можно и нужно, по большому счету, потому что тут остальные герои такие. А, Купидон. Здрасте. Поехали посмотрим, что у нас по чарам творится. Просил чара посмотреть.
сейчас я давайте сделаю по-другому. Я сейчас посмотрю, какие чары у него прокачаны, расскажу, что можно поставить, а ты уже будешь выбивать и... Сюда без разницы, какую ты ребята не будешь использовать. Сюда неплохо подходит СС. СС это священный суд. Тоже ССК священный суд. Сюда на домах либо обряд лечения. Это пенек зелененький такой для отхила. Ну, либо если на урон ты решишь, что суперсилу. Сюда без разницы, что сюда ССК однозначно для увеличения отхила. Сюда чарка. На урон можно, если подашку поставишь, либо ту же самую СС-ку сюда, СС-ку надо ставить, сюда тоже по возможности обряд лечения поставить СС, для стрелка пиромага, для архидемона, Анубису на дамах, суперсила, либо победный малышник, то же самое, что и Анубису, без разницы какая, сюда пиромага ставишь, сюда без разницы. В основном будешь использовать как вспомогательного героя, все равно сюда пиромага, если на архидемона, без разницы, сюда ССК, сюда для дамага, чтобы быстрее здание добивать, либо ССК, если на даф решишь, без разницы какая чара, ССК, такая как стоит пиромаг, без разницы, он не актуален уже, ССК по возможности, без разницы, сюда пиромаг, либо священный, ой, либо суперсила, если будет пятая суперсила, однозначно тейк, все равно, вот и все. В общем, я тебе рассказал по чарам, что непонятно будет, спрашивай, ну, а мы поехали к самому главному, наверное, трешаку, ребят, пооткрываем карты. Посмотрим, что же у нас упадет, либо упало. Это все у него есть. Кстати, вытащили еще фрейку. Она редкая. Блять, ну это будет, конечно, смешно, если здесь будет дуэлянт. Е-бой. Ну чё, поздравляю. У тебя есть очень крутой герой. Бардик. Огонь. Ну а вы прожали по лайку. Вытащили мы недостающего героя. Действительно, герой хорош. Интересный. Что я могу сказать? Без донаты тоже могут получить имбового героя. В общем, по его прокачке на канале у меня есть видосы, что непонятно будет. Спрашивай. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на роллинги. Всем удачи, всем пока.